Всем привет! С вами магазин мотоэкипировки FlipUp, меня зовут Филипп, и сегодня мы поговорим с вами о гарнитуре Cardos Color Rider Pactalk Bolt Duo. Там где Duo, там две гарнитуры в одном комплекте. Чем примечательна серия Pactalk Bolt и вообще вся серия Pactalk? Это гарнитуры, у которой заложен так называемый протокол DMC. Это, по сути, альтернативный интерком с более качественной связью, с более интересной системой передачи сигнала. Если в обычном интеркоме у нас существует так называемая комната, внутри которой все общаются друг с другом, и если связь в этой комнате разрывается, то, по сути, возникают помехи, потому что гарнитуры должны друг к другу переподключиться. Так вот, DMC — это более усложненная система связи между мотоциклистами. В протоколе Bluetooth интеркома работает схема цепочки, то есть каждый цепляется к каждому. В протоколе DMC используется принцип звезды, он так и называется, звезда, когда каждый участник конференции цепляется к тому, с кем лучше всего связь. То есть по факту мы получаем, что все, кто находится в конференции, получают наилучшую связь из возможной. В связи с этим увеличивается и дистанция, которая может быть между мотоциклистами. Она, в принципе, циклопическая, около 8 километров. Количество участников конференции увеличено до 15 человек. Однако есть важное замечание. До 15 человек — это все, что касается серии Pactalk. То есть с другими гарнитурами, которые работают по протоколу Bluetooth интеркома, они уже в таком порядке подключиться не могут. Однако, с гарнитурами более слабой модели, они подключаются по старому протоколу, который обычно используют все гарнитуры, которые мы знаем, то есть технология вот этой комнаты. Какие же достоинства впитала в себя гарнитура Pactalk Bolt от предшественниц? В первую очередь, это звук. Наушники JBL, и этим все сказано. Радио. Возможность отвечать на звонки, не отрывая рук от руля. Технология Vox Command. Интерком остался на 4 байкеров, это Bluetooth интерком. Дистанция 1.5 километра, однако добавился протокол DMC, который позволяет увеличить количество участников до 15 и расстояние в группе до 8 километров. Она осталась такой же компактной и прикладной. Music Sharing — это возможность делиться музыкой с пассажиром. Автоматическая регулировка громкости, технология AGC. Зарядка во время езды, а также 13 часов гарнитура работает в режиме разговора и 7 дней в режиме ожидания. Ну и напоследок IP67, пылестойкий влагозащитный корпус. Гарнитуру эту можно порекомендовать тем, кто ездит большими группами, разделяясь на большие расстояния, которым нужна очень качественная и непрерывная связь. Я бы, может быть, даже порекомендовал эту гарнитуру эндуристам, потому что они обычно разделяются на такие большие расстояния и теряются. Однако, зная, в каких условиях они ездят, я думаю, что даже вот IP67 может им... может не сработать. На этом все. С вами был Филипп, канал магазина FlipUp, гарнитура Pactalk Bolt. Подписывайтесь на наше обновление, жмите на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До скорого!